Всем привет! Сегодня у нас 18 декабря. Время сейчас 4:10 утра. Собрались мы сегодня поехать на реку Свет, республика Татарстан. Ну, как мы запланировали, до обеда мы ловим щуку. После обеда пойдем вниз уже по реке, где ловят белую рыбу. Едем мы сегодня с друзьями. В 4:20 они за мной заедут. Я вот что-то сегодня пораньше приготовился уже. Сижу, жду их звонка. Погода у нас сегодня отличная. Если вот пару дней назад стояли там морозы, сегодня у нас минус 8, минус 9 градусов. Давление 755 миллиметров ступного столба. Резкого скачка давления не было. Думаю, щуку будет сегодня плевать. В качестве жеста буду использовать сегодня уклейку. У меня еще сегодня утром печальная новость. У меня треснул кан как-то. На прошлой рыбалке так получилось, я сегодня утром наливаю воду, а из нее течет вода, поэтому буду использовать сегодня 5-литровую бутылку. Погода такая холодная, так что думаю, вот это не займет время уже, наверное, пока я снимаю. Пришло, ну вот, 4:15, сейчас буду собираться, пойду им навстречу, сказать, ускорить процесс. Ставьте лайки. Жерлицы выставили поперек реки, так сказать, закрыли всю реку. Последние жерлицы ставили было почти уже светло. В такое время раньше уже полным ходом были с работы. Но в этот раз пришлось подождать. Было у каждого по одному холостому выстрелу. Вытекай. Предполагали, что это балуется беж судачком. Местный. Давай, показывай, где ставят местный.
А также к нам в гости пришел местный пес. Местный пес оказался гурманом. Он ест только у нас тюльку. Замороженного карасика не хочет есть. И вот где-то ближе к 10 у меня результативная поклевка. Стандартная щучья поклевка. Взяла, повернула и начала крутить. Подсекаю. Поднял к лунке. Вокруг немножко покрутилась. Леску я завел ей за ус и уже даже не переживал. Поэтому достал без багра. Попала щучка на 2,5 килограмма. Я был просто рад этой щуке. Неимоверно. И после этой пойманной щуки полная тишина. Начали искать белую рыбу по краю берега. Поймал я парочку плотвичек. Также и друзья поймали по парочке. Позже мы отправились в толпу, где ловили белую рыбу уже покрупнее. Сдалека видел, как пару мужиков вытаскивали неплохих лещей. Снять процесс, к сожалению, ловли белой рыбы не получилось, так как у меня сел аккумулятор. Приехали мы сегодня самые первые и уехали самые последние. За 12 часов рыбалки вот такой вот неплохой улов. Рыбалкой довольны. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.